Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком DeFi-проекте, как DeFi Farm. Итак, если это DeFi, то это значит, что большие риски, высокие проценты и большая прибыль. Ну и также может быть большие убытки. DeFi Farm – это новый экспериментальный протокол DeFi. Хотя смарт-контракты были проверены, как любой новый эксперимент, существует определенный риск, прежде чем использовать какие-либо функции этого протокола. Рекомендуется убедиться, что у вас есть полное знание пулов ликвидности и непостоянных потерь. Цифры API являются переменными и зависят от объема торговой платформы DeFi. DeFi – это эксперимент в области децентрализованных финансов, и поэтому никакой доходности не гарантируется. API, основанный на DeFi, использует это приложение. Вы подтверждаете понимание рисков, рискуете только тем, что вы готовы или можете себе потерять. Вы также можете заблокировать свои токены ликвидности после предоставления ликвидности на DEX, таком как PancakeSwap. Когда вы ставите свои токены ликвидности DeFi и BNB на платформу, токены LP блокируются в контракте на ставку, но значение не фиксируется. Протокол будет монтировать NFT во время ставок, которые вы заблокировали в переносимые токены RX721. Ваша ставка будет храниться в цепочке метаданных токена. Когда вы решите этим ликвидировать, вы можете выйти на рынок и торговать NFT за рыночную стоимость токена PLP вместе с нечисленными вознаграждениями. Конечно, вы также можете отклеиться, если хотите. Когда вы отклеиваетесь, NFT будет сожжен, а поставленные средства, неиспользованные награды будут переведены на ваш кошелек. Уже через 3 дня у данной компании заканчивается частная продажа, которая может принять участие любой желающий. Так как это построена платформа на сети Binance Smart Chain, то принимают токены BUSD, BIP20 и предоставлены адрес смарт-контракта, на который необходимо перевести токены, необходимые, которые купить. Платформа DeFi, как я уже говорил, построена на цепочке с Binance Smart Chain. DeFi Farm с Non-Fungible Earn или DeFi – это протокол DeFi NFT для использования токенов RX721 для выращивания урожая на смарт-цепочке Binance, используя токены NFT. DeFi Farms позволяет ставкам быть более динамичным. Вместо того, чтобы ставка была привязана к адресу кошелька пользователя, она привязана к переводному NFT-токену. NFT – это новая финансовая технология. Потенциал NFT и стандарта RX721 в DeFi безграничен. Цель DeFi – быть пионером и одним из первых, кто увидел этот потенциал в массах. Криптосфера развивается быстро, прежде чем кто-либо узнает об этом. NFT будут внедряться в каждый новый проект DeFi. Садись сейчас и отправляйся в путь. На сайте опубликованы члены команды, к которым мы можем перейти и более подробно ознакомиться, кто, где, когда работал, какой имеет опыт. И стратегические инвесторы данной компании, такие как и MintLab, Kaikai Kim, Orient Capital и Ichitech, Andromeda Research и Sell Fortune Ventures. На этом мы обзор закончим. Переходите на сайт, изучайте белую бумагу, токеномику данного проекта, команду. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.